29 октября в Фоке АК состоялся яркий и насыщенный праздник. Отмечали 50 лет Дзержинскому самбо. Сегодня, как никогда, праздничное настроение. От той атмосферы, которая в зале, от множества знакомых лиц, это сотни борцов наших дзержинских, с которыми у меня добрые дружеские отношения. Я отдыхаю. У меня давно не было такого комфортного душевного состояния, как сегодня. Родоначальник дзержинского самбо Владимир Васильевич Волосов. Прошу вас. Владимир Васильевич, выходите к нам. Это как 1000 дней рождения в один день. Как начинатель этого может еще по-другому относиться. Это мое дело, моя жизнь. Самбо – это борьба. Ну, я очень люблю ее и хочу стать чемпионом России хотя бы. Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь этим видом спорта. Взлеты и падения всяко бывает. Но без падений не бывает взлетов. Везде есть борьба, везде, даже в шахматах есть борьба. Поэтому занятие борьбой самбо – это как бы подспорье для хороших результатов в любом виде спорта.
Ну, это действительно праздник. Это встреча с молодостью, с друзьями, с которыми сам занимался, с учениками, которые сейчас уже все уважаемые люди. Еще служу в соревнованиях, то есть молодежь нынешняя. Вот, то есть встреча поколений. Это очень интересное, познавательное занятие. Детство, молодость, зрелые годы очень много дало в жизни. Посмотреть на достижения нашего самбо в нынешнее время приятно. Серьезное мероприятие, серьезная дата, серьезный жизненный этап и для развития самбо вообще в России и для Дзержинска. Потому что в 61-м году, когда все это началось, меня еще не было. А потом я также вот влился вот в эти массы большие людей, которые этим занимались. Ну и этот спорт мне очень много дал, очень много. Самбо – это философия жизни, это то, что собрало нас здесь сегодня, и то, что, надеюсь, соберет нас завтра, и то, что делает наших детей намного сильнее, сильнее даже, чем мы. Я надеюсь, что наше поколение, вернее, поколение наших детей будет здоровым, сильным и могучим. И очень надеюсь, что впереди нас ждут новые победы в чемпионатах мира и Европы. Ну, это некая дата, которая, будем говорить, подводит итоги в городе. И будет новый этап развития этого вида. Я думаю, что на более высоком уровне, как уже Владимир Васильевич сказал, Волосов, наконец выбудется наша мечта, что самбо станет олимпийским видом спорта. И олимпийцы будут самбисты в нашем городе. Сегодняшний праздник, какой-то определенный итог подведения, какой-то веха такая жизни.
замечательный праздник. Пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность организаторам. Вот в такой обстановке отмечать, чествовать чемпионов – это, ну, очень здорово, когда вспоминают многие лица, даже вот я не знала многих людей. Вот сейчас я имею честь их увидеть, познакомиться, очень здорово. Молодое поколение должно знать своих героев. Так как я сама тренер, и у меня есть воспитанницы и воспитанники, желаю им удачи. Желаю, чтобы больше детей приходило в дзюдо и самбо. Всего хорошего. Больше побед. Этот праздник – это возможность показать современной молодежи основополагающие принципы – честь, уважение, дружба и возможность получить отличный заряд здоровья, энергии и всего самого хорошего. Лисенков Петр, Пахарев Владимир, Логунов Аркадий, Слепов Александр, Салахов Рудольф, Попков Владимир, Исмайлов Сергей, Артемов Владимир, Баландин Александр, Кириллов Юрий, Казаков Валерий, Титов Геннадий, Гарбузов Альберт и Орлов Алексей. Почтим же, друзья, их память минутой молчания. Спасибо, друзья. Прошу сесть. Очень приятно видеть всех тех людей, с которыми тренировался в молодости. И, в общем, этот праздник как бы дает большой импульс молодежи, чтобы приходили в залы детской спортивной школы и тренировались по борьбе с самбо и дзюдо. Это очень хороший, динамичный вид спорта. Я приехал с города Навашино, значит, поздравить всех участников вот этого прекрасного юбилея, 50 лет дзержинскому самбо. Для меня самбо – это одна из лучших частей моей жизни. Я этому виду спорта отдал около 35 лет. Мы хотим отпраздновать, мы после показательных выступлений пойдем гулять. Понятно.